И мое сердце остановилось. Мое сердце замерло. Мое сердце остановилось. Мое сердце. Где-то в разных местах мы идем ставить кофе. Под улицам если кофе сбежал под пропеллер конца. И мое сердце остановило. Мое сердце замерло. Мое сердце остановило. Мое сердце. Не стала звездой в переводе. Не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы люди. И поешь ты чуть тише, чем Монсеррат Кабалье. Но так и я, слава богу, ни Коля, ни Басков не подвигался на остров, французов не забивал. У меня нет такого количества баксов, но задернуты шторы и разложен диван. И мое сердце еще увидимся.
шума еще не было, наверное, никогда на Дворцовой. Друзья, еще раз давайте пошумим! Мы провели этот прекрасный день вместе, подарили себе Пасху, не забывая только эмоции. Остается сказать только танцуй, 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 танцуй! Санкт-Петербург, вам понравилось? Да! Будьте добрыми, любите друг друга и будьте с городом Санкт-Петербург. Четвертый благотворительный проект состоялся. Мы благодарим вас, мы благодарим волонтеров, мы благодарим фонды, которые помогают каждый день. Друзья, и, конечно же, мы благодарим телеканал «Санкт-Петербург», который целый день в прямом эфире транслировал все, что происходит на сцене и на Дворцовой площади. Ну, еще немножко давайте отдадим слово благодарности этому небу над нами, которое сегодня дарило нам этот теплый, прекрасный, солнечный, летний, хоть и последний в 2019 году день. Спасибо! И до встречи в следующем 2020 году здесь, снова, вместе с вами, вместе с городом Санкт-Петербург. Друзья, весь вечер с вами были Людмила Ширяева и Стас Моря, ну и, конечно же, вы, самые теплые зрители в мире! Спасибо, спасибо. Счастья вам, любви и хорошего настроения. Помогать легко! Пойдем! Ура!